Первых студентов примет весеннюю сессию Новокуйбышевский филиал Самарского государственного технического университета. Филиал был создан в начале сентября прошлого года по инициативе губернатора. О его готовности к работе во время встречи говорили Николай Иванович Меркушкин и ректор СамГТУ Дмитрий Евгеньевич Быков. На организацию обучения было выделено 130 миллионов рублей из областного бюджета, 44 миллиона – это деньги, которые привлек сам университет. Поддержку оказали и предприятия города, которые заинтересованы в высококвалифицированных специалистах. Главная задача – подготовка кадров для нефтехимического кластера. Программа «Максимум» – полностью восстановить научно-производственную базу. По словам ректора, в свое время в городе была выстроена цепочка обучения, звеньями которой были научный институт, опытный завод и предприятия. Сегодня, когда тема импортозамещения стоит наиболее острой, эта система сможет дать мощный импульс развитию нефтехимической промышленности области.